Здравствуйте! Это библейский портал exeget.ru. Цикл лекций «Введение в Священное Писание Нового Завета». Сегодняшняя тема – неверное понимание богодухновенности, механистическое и психологическое. Прежде чем перейти к рассмотрению подробного, точного и полного учения о богодухновенности Библии с церковной точки зрения – имеет смысл рассмотреть два уклонения от этого учения. Первое уклонение – это механистическое понимание, а второе уклонение – так называемое психологическое понимание богодухновенности Библии. Что же это за две крайности? Крайность номер один – механистическое или вербальное понимание библейской богодухновенности. Это понимание основано на словах Псалма 44, 1 стих. «Язык мой – трость книжника-скорописца». Так священный автор говорит сам о себе. Но если мой язык всего лишь трость книжника, кто же водит этой тростью? Кто говорит моим языком? Как в древней церкви и особенно популярным стало такое понимание механистическое в средневековом иудаизме и в ряде протестантских движений, из данного стиха был сделан следующий вывод. Бог руководит человеком, так что человеку не остается вообще никакого места для его человеческого творчества. То есть, понимали до изобретения компьютеров, понимали священного автора как некую механическую куклу, которая действительно держит перо, и, соответственно, как можно у куклы дергать за ниточки, так вот эта механическая кукла выводит слова священного писания. Ну а сейчас в компьютерную эпоху можно другой привести образ для разъяснения такого механистического понимания богодухновенности. Священный автор сравнивается с компьютером, у которого есть клавиатура и экран. И от компьютера не зависит. Он не может проявить волю, что именно будет на нем набирать человек. А Бог – это человек. Человек набирает на клавиатуре какие-то слова, и эти слова высвечиваются на экране. При этом никакого участия в формировании текста сам компьютер не принимает. И вот точно так же священный автор. Получается, он усваивает не просто мысли или идеи Божьи, он усваивает уже конкретные слова. И он произносит те слова, которые ему дарует Бог или закладывает в его сознание Бог. Именно этими словами он делится с окружающими. Почему такое механистическое понимание богодухновенности было популярно в короткий период мужей апостольских и апологетов в ранней церкви? Мы действительно можем найти у некоторых раннехристианских авторов подобного рода идеи, когда сравнивается священный автор с флейтой, на которой играет Бог, или с лирой, на которой играет Бог, либо с трубой, которая возвещает слова конкретные Божьи. В древней церкви это было связано с тем, что возникшее уже в конце первого и получившее широкое распространение во втором и в третьем веках гностическое движение, которое было очень большим соблазном для христиан, потому что гностики брали нехристианские идеи, иногда идеи из восточных учений, и облекали их в христианскую терминологию. То есть под видом, в обертке христианства подавалось совершенно нехристианское содержание. И вот гностики, для того чтобы выразить свое нехристианское содержание, очень часто вообще отвергали Ветхий Завет, но также и ряд книг Нового Завета отвергали. И вот для того, чтобы уравновесить
вот подобного рода влияния гностических учителей, христианские апологеты и подчеркивали важность и значимость как Священного Писания Ветхого, так и Нового Завета. Подчеркивали вот эту вот божественную сторону, то, что Бог говорит людям через Священное Писание. Но уже позже, в III, особенно в IV веке, от подобного радикального, методистического, вербального понимания Священного Писания христианская церковь полностью отказалась. Опять это понимание механистическое появляется в иудейской средневековой среде, потому что к тому моменту текст Священного Писания Ветхого Завета, который был сформирован масоретами, хранителями предания, этот процесс формирования единого текста Ветхого Завета продолжался где-то с 5-6, там, до 7-8 век по Рождестве Христовом. Все это, конечно, происходило вне пределов христианской церкви, это были иудейские ученые. Им удалось сформировать единый текст, как повествует иудейское предание, со всех синагог мира были собраны свитки, были выбраны лучшие свитки, плохие свитки были либо в генизы отправлены, либо уничтожены. И, соответственно, с этих лучших свитков стали делать копии. Но для того, чтобы копии никоим образом не отличались от оригинала, была придумана та система, которая сейчас используется в компьютерной технике при копировании файлов. Мы с вами знаем, что есть понятие контрольная сумма файла. И вот если мы загружаем откуда-то из интернета некий файл, то очень часто, если это важный файл, например, дистрибутив операционной системы, мы можем увидеть на сайте, откуда загружаем, какая контрольная сумма, и вычислить у себя. Если контрольные суммы совпадают, значит файл загрузился корректно. Примерно так же действовали масореты. Они для каждой главы и для каждой книги Священного Писания Ветхого Завета посчитали количество слов и букв, и, соответственно, когда делали копию, могли посмотреть, если количество букв и слов совпадает в копии с оригиналом, то, соответственно, копия сделана правильно. Если же нет, нужно искать ошибку. И вот подобный подход позволил в иудейской среде уже с конца первого тысячелетия по Рождестве Христовом достичь просто необычного для той эпохи необычной стабильности текста. Все тексты были одинаковые во всех синагогах, у всех читавших по-древнееврейски. И поэтому, конечно же, постепенно возник соблазн предположить, если у нас сейчас все тексты одинаковые, значит, так было всегда. Всегда были одинаковые тексты, всегда они были слово в слово, а значит, таковыми их и услышали священные авторы. То есть священные авторы уже слышат некие слова Божьи, которые просто записывают. Ну и поскольку протестантская среда во второй половине второго тысячелетия очень часто не имела возможности ориентироваться на церковное предание, для них основным источником не только вероучения, но и жизни была Библия, Ветхий и Новый Завет, то для них очень важно было понимать, что то, что они читают, это и есть непосредственные слова Божии. Поэтому в некоторых протестантских деноминациях также была принята подобная интерпретация богодухновенности Библии. Почему же эта интерпретация является неверной, и мы от нее категорически отказываемся? По двум причинам. Первая причина заключается в том, что мы понимаем богодухновенность именно как передачу божественных идей, божественных мыслей. А священный автор, когда усваивает эти мысли, он сам, используя свои человеческие способности, свой, скажем так, богословский горизонт, он излагает на понятным для своих современников в языке, прибегая к тем приемам, которые он считает возможными применить, чтобы лучше его поняли.
То есть первое – это богословское обоснование. Но второе – это, конечно же, фактология. Потому что когда были обнаружены во второй половине 20 века кумранские библейские рукописи, вдруг выяснилось, что, оказывается, до периода работы масоретов, то есть до середины первого тысячелетия по Рождеству Христовом, существовали разночтения, разногласия в свитках Священного Писания Ветхого Завета. Так что исследователи пришли к выводу, анализируя кумранские библейские рукописи, что уже к моменту пришествия в мир Господа Иисуса Христа в еврейской среде было как минимум три редакции текста Священного Писания Ветхого Завета. Одна редакция, собственно, иудейская или палестинская, которая легла в основу библейских кумранских свитков. Вторая редакция – это редакция египетская. Она легла в основу текста Священного Писания в переводе на греческий язык, то, что мы знаем как перевод 70 или Септуагинта. И, наконец, третья редакция имела хождение в Вавилоне, и как раз ее использовали масореты для выработки масоретского текста. Это, конечно, упрощенная схема. Сейчас исследователи считают, что значительно большее количество было разных редакций, вариантов, разночтений, но факт остается фактом. Даже для Священного Писания Ветхого Завета мы теперь не можем констатировать той стабильности текста, которая была у него в масоретской редакции, начиная с конца первого тысячелетия по Рождестве Христовом. Но есть и еще одно очень важное фактическое соображение. Мы с вами знаем, что Господь Иисус Христос, общаясь с апостолами, жителями Иудеи, говорил по-арамейски на разговорном для той территории, той эпохи языке. Однако только один священный автор составляет Евангелие именно на арамейском языке. Это евангелист Матфей. И то текст до нас не сохранился. У нас нет ни одного экземпляра текста, там, свитка или кодекса Евангелия от Матфея на арамейском языке. Он дошел в греческом переводе, который был сделан уже вскоре. И именно греческий перевод получил широкое распространение. Скорее всего, именно греческий перевод Евангелия от Матфея и лег в основу Евангелия от Марка, а евангелист Марк сокращает текст евангелиста Матфея. И евангелист Лука пользуется текстом и евангелиста Матфея, и евангелиста Марка. Ну и, конечно же, все остальные книги Священного Писания Нового Завета изначально написаны на древнегреческом языке. Это самое надежное, самое веское свидетельство того, что, оказывается, божественная весть не привязана к конкретному языку и к конкретным словам конкретного языка. Потому что если бы апостолы понимали богодухновенность механистически, вербально, то тогда, конечно, они вынуждены были бы писать только на арамейском языке, слово в слово передавая то, что говорит Господь Иисус Христос. Но этого не происходит. А мы с вами знаем, что древнееврейский язык достаточно сильно отличается от греческого не только по лексическому составу, но и по грамматике, по своей природе. В еврейском языке практически нет абстрактных понятий, в греческом они присутствуют, и получается, что использование греческого языка дает даже более мощный инструментарий апостолам для выражения тех идей, которые с точки зрения современной филологии могут быть выражены вообще на любом языке. Но на арамейском, видимо, они выражаются более сложно, более громоздко, а по-гречески возможно, вероятно, иногда даже более изящно, более компактно. Поэтому, конечно же, когда мы говорим о Священном Писании Нового Завета, то здесь буквалистическое понимание абсолютно неприемлемо. И надо сказать, что как в древности было известно о разночтениях
в разных рукописях Священного Писания Нового Завета, так и мы сейчас констатируем этот факт, что да, действительно, разночтения имеют место, нету стабильности текста. Однако эти разночтения не являются свидетельством против нашего церковного, не механистического понимания богодухновенности. Потому что если понимаем механистически, что должна сидеть механическая кукла, тогда, конечно, разночтения недопустимы. А если понимаем, что передаются идеи, то тогда разночтения, которые в подавляющем большинстве случаев выражаются в разных формах слов, например, или аорист, или перфект, либо наличие или отсутствие определенного артикля, мы говорим, да, вот эти вот незначительные, хотя и многочисленные различия в рукописях Нового Завета указывают на то, что рукописи жили в церковных общинах, что да, происходило это, как правило, были не ошибки переписчиков, это была сознательная редактура для того, чтобы чуть-чуть лучше выразить смысл, который уже присутствует, который уже дан тем или иным священным авторам. Поэтому, конечно же, первый вариант понимания богодухновенности механистический, хотя и появился на некоторый период в истории христианской церкви, но, тем не менее, вскоре был отвергнут, и мы его сейчас не придерживаемся. Другой вариант, другое уклонение от церковного учения имеет разные названия. Назовем его психологическое понимание богодухновенности. Это другая крайность. Она предполагает, что Бог сообщает очень немного священному автору. Сообщает только отдельные, самые-самые важные идеи. А священный автор облекает эти идеи уже в какую-то повествовательную форму, при этом выдумывая даже то, чего на самом деле не было. Выдумывая какие-то эпизоды священной истории. Например, если речь идет о грехопадении людей, Бог сообщил священному автору саму эту идею, что в какой-то момент прародитель Адам и прародительница Ева ослушались Бога. Но как это произошло, Бог не сообщил. Никто об этом не знает. И вот священный автор для того, чтобы привлечь внимание своих соплеменников, достаточно грубых, необразованных, выдумывает некую красивую гипотезу, красивую историю, что, оказывается, был некий райский сад, что Адам и Ева могли вкушать от любого плода, за исключением одного дерева, что якобы дьявол начал говорить через змея. Ну, все же понимают, что змей не может разговаривать, это просто литературный прием, так рассуждают адепты данной психологической теории. И вот в конце концов мы получаем красивое, но абсолютно неисторичное повествование о вкушении от плода райского дерева и о грехопадении Адама и Евы. Подобным образом сторонники данного подхода говорят, ну, были выдуманы и другие многие истории. А, например, что вы думаете, неужели был исход евреев из Египта? Ну, о чем вы говорите? Такая толпа разве могла идти? Да какие-то еще фантастические сказочные повествования о том, что море расступилось. Да, были проникновения некоторых племен семитских из Египта, где они жили, в Ханаан. Но чтобы это красиво оформить, чтобы потомки могли на что-то опираться, был придуман легендарный Моисей, а законодательство, которое постепенно оформлялось в Ханаане, было ему приписано. И так далее. Я думаю, что изложение этого подхода уже показывает на то, что его разделяют сторонники скептического отношения к Священному Писанию. Они только на слова говорят, что да, для нас Библия – богодухновенный документ, но фактически используют данную интерпретацию богодухновенности, чтобы эту идею богодухновенности отвергнуть. Потому что
получается, что и повествование об истории не исторично, и что некоторые или даже многие лица, которые описаны в истории, не историчны, может быть, даже вообще не существовали. И понятно, какие-то поучения или слова, которые звучат из их уст, тоже никогда в реальности не звучали, придуманы священным автором. Понятно, что православная церковь никогда не разделяла подобного рода подход, но этот подход становится популярным, начиная где-то с 17-18 века, когда на Западе все больше и большее количество исследователей начинают изучать Библию со скептических позиций. И, соответственно, желание быть между двух миров, с одной стороны, влиять и на мнение верующих людей, людей церкви, а с другой стороны, скептически относиться к Священному Писанию, и стало причиной выработки подобного скептического подхода, скептической интерпретации понимания богодухновенности Библии. Мы тоже этот подход отвергаем, потому что не только чтение самого Священного Писания, но чтение практически всех замечательных, видных и выдающихся толкователей, как древности, так и наших дней, не позволяет усомниться ни в историчности Священного Писания, ни в историчности личностей, о которых оно говорит, но и, конечно же, не позволяет усомниться в том, что слова Господа и слова апостолов, дошедшие до нас и бережно хранимые Церковью, являются тем самым божественным откровением, божественной вестью, которая составляет ядро нашего вероучения и церковного предания. Большое спасибо за внимание. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.